Всем доброго дня. Сегодня мы с вами вяжем нимфу, имитирующую рычка бакоплава. Для этого нам понадобится крючок. Крючок буду использовать Arex NS172, правда, 12 номера. Установим крючок губки тисков и приступим к монтажу. Устанавливаю немного его под углом, для того, чтобы мне промотать монтажную нить и установить в дальнейшем хвостик, чтобы было более удобно. Нить монтажную буду использовать обычно, Юни. У меня такая оливковая сейчас. Фиксируем монтажную нить. И проматываем по направлению, так, загибу. Излишки можно отрезать. Монтажную нить можно расправить. Периодически это делаем, потому что она закручивается со временем. Доходим примерно до данной точки. Даже можно немного еще опустить крючок. Монтажную нить скрутим чуть-чуть. И установим первый элемент. Это хвостик мушки. Выполняться он будет из бородок пера куропатки. У меня такое перо есть. Подготовим его. Берем несколько бородок, думаю, такого вот количества будет достаточно. Отрываем, собираем все. И устанавливаем в точке крепления. Длину слишком длинной не берем, берем чуть покороче. И фиксируем на цевье. Смотрим, это немного длинноват будет хвостик. Чуть-чуть вытягиваем. Еще чуть-чуть. Я думаю, будет достаточно. И фиксируем остатки на цевье. Излишки можно подрезать, конечно, совсем уж. Далее проматываем монтажную нить вперед, и в этом месте можно даже поправить обратно крючок. У колечка буквально зафиксируем, но не доходя миллиметра, полтора миллиметра, это колечко. Зафиксируем следующий элемент, это стрейч такой круглого сечения. Резиночка такая, все мы ее знаем. На Алиэкспрессе берется. Красного цвета. Отрезаем себе небольшой кусочек. И фиксируем на цевье. Фиксирую снизу цевья. И точно так же проматываю до хвостика, по направлению к хвостику, придерживая наш этот латекс снизу цевья.
И промотали до хвостика прям. Замечательно. Теперь закрепим следующий элемент. Это из него мы будем формировать ножки нашей нимфы. Это буквально две бородки пера страуса. Фиксируем на цевье. И проматываем точно так же до точки крепления хвостика. Замечательно. Теперь монтажную нить можно витком к витку прикрыть вот эти остатки материалов пера страуса, промотать по направлению колечку. Здесь закрываем остатки латекса. И приступим к формированию обмотки нашим латексом с небольшим шагом по телу мушки. Сильно чистить не надо. Я думаю, будет достаточно. И фиксируем материал. И остатки отрезаем. Теперь приступим к формированию ножек мушки при помощи вот этих двух бородок пера страуса. Берем перо, можно даже зажать в перодержатель, у меня есть такой недорогой перодержатель, и приступим к формированию ножек мушки, проматывая между сегментов нашего латекса, вот, которого мы уложили. Дойдя до колечка, фиксируем материал. Двумя-тремя оборотами. Излишки материалов, конечно, мы подрезаем. Также лишнее все можем подровнять, убрать. Пару фиксирующих оборотов. И теперь придадим форму нашим ножкам так, чтобы они смотрели вниз. Для этого мы
пальцами расправим немного вот так вот сверху вниз наши бородки, смочим наши пальцы и поправляем материал вот так вот вниз. Получаются вот такие ножки. Тут вот где вот что-то торчит, мы можем сразу подобрать, чтобы не мешало. И далее наши ножки зафиксируем при помощи вольфгеля Wolf Thinman тонким слоем, буквально, чтобы прихватить все это дело. И фиксируем. Далее вернемся обратно к нашему перу куропатки. Возьмем еще несколько бородок пера. И зафиксируем их спереди нимф. Длина будет примерно такая же, как и сзади. И окончательно фиксируем. Излишки материалов отрезаем. Ну и в принципе нам монтажная нить уже более не потребуется для этого. Сейчас возьмем узловяз и сделаем финишный узел. Прежде чем продолжить формировать тело мушки дальше, мы придадим такой изгиб усиком спереди, сзади, бородкам. Просто берем бородки пера куропатки и пропускаем вот через большой ноготь большого пальца. Спереди, ну и повторим эту операцию точно так же сзади. Это можно переставить.
И возвращаем крючок в обратное положение. Ну и теперь можем приступить к формированию, продолжить тело мушки. Сейчас мы нанесем яркую такую точку в центре тела. Для этого нам потребуется гель от Gulf Ambulance Yellow, такой желтый цвет. И наносим прям в центре. И тут же ее фиксируем. Ну а далее приступаем к формированию основы тела. Для этого нам потребуется гель классический. Наносим сверху. С одного раза все не нанесем. Где-то что-то можно подправить. В принципе, пока можно зафиксировать. Итак. И продолжаем придавать форму нашей мушке. Наносим дополнительно гель. По бокам сверху. Опять же, как промежуточный результат, зафиксируем. Ну и постараемся сделать уже почти окончательную форму. Добавляем еще чуть геля классического.
принципе, выглядит уже неплохо. Фиксирую. Ну и в завершение покроем нашу мушку верхним слоем, также гелем от Гульф, цвета моторное масло. Поправляем лак так, как нам это требуется. Фиксируем. И наш рачок-бокоплав готов.